Всем привет! Совсем скоро череда праздников и длинных выходных. Потому перед последней рабочей неделей этого года предлагаю как следует зарядиться. Разберемся вместе как прямо сейчас. В субботу в Самару приезжает российский Дед Мороз. Свой день главный зимний волшебник начнет на праздничной елке в театре «Самарская площадь». После чего отправится поздравлять с наступающим в театр кукол. Вечером заедет на ретро-почту, что на Молодогвардейской 144. Чтобы забрать письма, все же успели их написать. Финишной точкой Деда Мороза в Самаре станет новогодняя площадь Куйбышева, которая к этому времени уже озарится яркими огнями. Настроение в стиле джаз заряжаем в воскресенье на Ленинградской 77. Для вас прозвучит свинг. Музыка, которая не позволит усидеть на месте. Самарский джазовый оркестр соберет все самое лучшее, чтобы порадовать своего любимого слушателя. В субботу самарцев приглашают на экскурсию по саду Баланса. Архитектор Константин Африкантов расскажет об особенностях здания фабрики кухни завода имени Масленникова, о сложностях его реконструкции и концепции окружающего пространства. А после экскурсии участникам предлагают нарядить местную елку конструктивистскими игрушками. В воскресенье состоится День польской культуры. Ключевая тема фестиваля – польские сюжеты в самарской культуре. Об этом расскажут известные филологи, культурологи, библиотекари, историки и краеведы. Гости мероприятия узнают о польских корнях самарских писателей. Воронежская, 9. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. И не забывайте о маске, ведь масочный режим в Самаре никто не отменял. Пока-пока! What?